Оппозиционер Алексей Навальный сегодня не явился на бой с депутатом Волгоградской областной думы Андреем Попковым. Напомним, народный избранник вызвал блогера на боксерский поединок после того, как Навальный оскорбил Попкова на страницах своего блога. Бой, анонсированный за месяц, не состоялся. Техническая победа за Андреем Попковым. Мы изначально понимали и представляли, что Навальный на эту встречу, скорее всего, не приедет. Хотя надежда у меня оставалась. Когда я приглашал его на эту встречу, я понимал, что и говорил, кстати, очень культурно говорил, что «Алексей, зачем ругать незнакомых людей, обзывать последними словами? Если ты хочешь что-то выяснить, ты можешь это сделать лицом к лицу». Ну, как мы поняли сегодня, Навальный, у него очень большое расстояние между словами и делом. Вот некоторые обзывали Навального вором и так далее, и так далее, и так далее. Но я вам скажу, что на вора Навальный не тянет. Я скажу больше, в определенных кругах Навального скорее назвали бы бакланом. Человек полностью отрабатывает деньги библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки. А нет, вот Навальный ездит на красивых машинах, красиво кушает, вокруг себя собирает всякие свиты, в центре Москвы арендует за дорого огромный офис. За какие деньги? Зачем? Он же ведь не работает. У него нет официальной зарплаты. Где он работает? За какие средства? Кто ему дает эти деньги? Я мужик. Я еще раз хочу сказать, что никогда я Навального в суд подавать не буду. По одной простой причине. Я просто хотел показать всем вам, всему населению нашего государства, всем блогерам, что Навальный за свои слова не отвечает. Я готов с ним встречаться на любой площадке, в любой, так сказать, аудитории. Вот. Но я говорю вам еще раз, что это трус, который сегодня наглядно уклонился от нашей встречи. А в этом бою между неясным соперником победа присуждается Андрею Попкову.